Это вторая часть по открытию Бравл Пасса. В первой части мы открыли 7 наград. А в этой части мы откроем 40. Ну, по крайней мере, надеюсь. Открываем дверь. Так, здесь ничего интересного. Открываем. Вы готовы поставили лайк. Ну, я знал. Я знал, ребят. Так. О май гад, нет бойцов. Как это прекрасно, что не выпали бойцы, а только прокачка на лук. Кстати, хороший боец. Ребят, рекомендую за него воевать. Но с каждым обновлением просто боец становится лучше и лучше, друзья. В общем, вот бы это в большом ящике выпало. Вот 30 монет. Так, мы близки к набору значков. Ребята, что это? Не гаджет. Боец! Ну, я и знал, что гаджет, но, кстати, на Фрэнка это крутой гаджет. Не, ну на самом деле крутой гаджет. На самом деле. Набор значков. Вау, эпический значок. 6. Пятерка. Ну, неудивительно. Неж. Ну, хотя бы плюс 200 удвоения жетонов. Окей. Ничего нету. О, спраут тоже хороший. Если еще вы играете на карте, на которой... Я не знаю, давайте на спайка, он сильный. Давайте на спайка, он реально сильный. Друзья, если вы играете на карте, где всего лишь один выход, то спраут там очень полезно, особенно с ультой. Вот с ультой. Вот мне сейчас 17 монет. Блин, а знаете, почему я просил 17? Потому что когда тебе выпадает 17 монет, тебе двойка выпадает. Это по любасу. Я думаю, все это знают. Так, десяточка гемчиков. Ну, я знаю, что если меньше 40, то еще есть небольшой шанс, что выпадет. Ну, как небольшой? Ну, может выпасть. Но у меня выпадало. Но у меня с 50, с 60 выпадало. Иногда даже с 80. Так, давайте мега ящики. Так, мега ящики. Я так и знал, что, в принципе, пятерка. Я, в принципе, так и знал. Ну, может. Не-а, я так и знал. Динамайк, ну он такой. Но я за него хорошо, кстати, играл раньше. Раньше, когда я только его выбил. Когда у меня еще было 2000 кубков. Так как открываем быстро, так как здесь нет. Опять на динамайка. И причем вы видите 48, друзья. Опять на динамайка, круто. Я сейчас вам... Вот когда у меня было 2000 кубков, то есть когда я только выбил динамайка... Я вам сейчас покажу, сколько у меня на данный момент кубков. Нифига себе. Осталось 14 наград. Ну вот, вот вы видите красный кружочек. Это награды. Ой, как круто. Через 2 дня 19 часов. А давайте испытаем. Нифига себе. Эш. Счет у нас перестали появляться, ну там всякие там эпические, мифические, редкие. У нас вообще про редких разработчики забыли игры.
если вы смотрите, если разработчики игры смотрят это видео, то не обижайтесь. Просто, ну, редких уже давным-давно не выходит. Я хочу. Нифига себе, у него ульта мощная. Не, ну сам, на самом деле крутой боец. Крутой боец. Еще такой урон по 1600, там, знаете. Бомба вообще очень много урона наносит. Ну типа вот. Блин, ну загрузочный экран просто офигенен. Я просто обновил еще игру до этого ролика за кадром. Что это сейчас? Друзья, вот это вот изменилось реально? Офигеть! Забираем 20 гемов, и у нас 50 гемов на халяву. Офигенно. Кстати, не выпадет. Это тоже круто, что мне ничего не выпало. На самом деле, я же пошутил, ребят, ну ты чё? Но я на всякий случай вам сказал. Давайте Шелли сразу на 9-ю силку. О, на часах 00 у нас по радио идет. Здорово. 733 эти прокачки. Ну, хорошо. Так, ну с маленьких ящиков у меня вообще ничего не падает. Но это не удивительно на таком аккаунте прокачанном. Не, ну что, ребят, серьезно, мне ничего не выпадет? А, ребята, я забыл, мне ж база здесь по любасу выпадет. И я еще могу, кстати, либо... Не, я хочу вот такого вот кольта. Но бас у нас выпадет. У меня хотя бы один боец выпадет. И то хорошо. Но бас у меня со 100 гарантий. Потому что он в бравл-пассе бесплатный. Так, тихо. Я думаю, тоже Шелли. Я хочу ее за сегодня или хотя бы завтра прокачать на 9-ю силу. Вау, еще и колец скоро будет. Боец, давай. Я так и знал, что гаджет... Ну, как, не знал, но думал, что гаджет. Потому что на такой прокачанный аккаунт уже неудивительно, что мне не падают бойцы. Это неудивительно. 57 гемов. Офигенно. За базу каточку сыграем. Капец. Давайте, последний мегаящик. Ну! 6! Серьезно! На последний мегаящик 6! Вы не видели, как я дернулся, но я думаю, вы слышали, как я дернулся на самом деле. Серьезно. 6 предметов. Господи. Давай, боец! Но на ниту, ну ладно, медведя буду защищать. И, наконец-то, бас. Бас, приди! Уже 4 из 7 хроматических бойцов, кстати. Кстати, очень круто.
Сейчас вот будет что-то. Ну, будет депрессия у человека. Ну, к врачу обращаться. Нет, он гонялся в это, понимаешь? Он все время говорит, понимаешь? Он же сам по себе депрессивный, понимаешь? С ним общаться. Бля, на самом деле, это... Ну, так, крайне редко. Очень офигенно. Клуб у нас. Ребята, офигеть. Тяжелый рок, знаешь, грудь с ним. Философский. Офигеть. Пизжи, конечно. 4 мы сегодня выбили. Вот это, наверное, максималка, что мы выбили. Это просто капец какой-то. Теперь у меня 32 из 49. А, кстати, скоро будет 50 бойцов. Жесть, еще и 4000 монет, друзья. Друзья, это жесть, 4000 монет, 1600, господи. Давайте, знаете, напоследок купим мегаящик. Надеюсь, я не зря тратил мои звезды. Давай! 6! Вторая подряд шестерка, что? Видимо, я не зря тратил звездные очки свои. Но это боец. 100%. Добавим. Хотя бы эпик, хотя бы мифик. Ну, боец! Что? Я просто в это не верю. Что? 5 нового. Офигеть. 33 бойца. Просто. Два подряд бойца. Вы понимаете. Ребят, ну как это вообще понимать? Мне еще и прокачка на базу выпала. Давайте сразу за двоих поиграем. За одного сначала. Я за одного буду. На самом деле капец. Просто, на самом деле, я просто в шоке. Сегодня какой-то везучий день. Пум-пум-пум! Хопа! Ну это жесть! Ну это жесть, ребят! Неужели мы проиграли? Что? У нас бас играет, а мы проиграли. Ну я по идее точно звездный игрок. А не, выиграли. Надеюсь, Поку не убьют. Поку, держись, я за тебя. Я за тебя просто заступаюсь. О, да. Кстати, а вы знаете, какое поражение у базы? Я, если честно, не знаю. Вау, конечно. Oh,
О, еще две награды. Не выпадет, я знаю. Готово, друзья. Ребят, на этом я буду прощаться. То, что сегодня было, это не монтаж. Это полнейшая правда. Это реально не монтаж. Это правда. Всем пока.